Kadın köpüsü damar tülsü Dundune tahtar sudnayı Dundune tahtar sudnayı Kurka buntay nalkısı zar Skifte fedonten isin satsar Skifte fedonten isin satsar Walmart dur ten sastes du fyr Ir zangare du tuga ju syr Usut na fandr karak sevde Ir zet fustan rutsak zahir Sau zahmer izi toz karay Sau kerden si sut ir seray Sau kerden si sut ir seray Ir seray Madaniyet sesi nalken sur Mausa iril batalın kur Mausa giril batalın kur İren ve işçi rakana koz Tahtarık kusma sidem ve msoz Tahtarık kusma sidem ve msoz Walmart dur ten sastı stıpır Bir zengere de tuğe yusır Usuz ne fandır parak sardı Bir zık hüsten ruhsat sardı Savcak ne bizi toh karay Sav kerden sizu bir serey Sav kerden sizu bir serey Bir serey Грузии, которые постоянно нервируют нас, обливают сердце кровью. Эта Гонгадзе никогда правду не говорит. Она все время обманывает. С января она была единственный раз, которая была в пятой школе и посмотрела, как там погибли наши молодые люди. После этого она нос не показывает с января и не знает, что здесь творится. Постоянно в ее информации звучит. Осетинские экстремисты. Осетинские экстремисты не пришли убивать грузинов. Они не заняли горе. Они не пошли в Ткиави. Они не пошли в грузинские деревни. А грузины пришли и нас постоянно убивают. Стреляют гранатометом, пулеметами, всеми видами оружия. 2,5 месяца мы не выходили из подвалов. Даже не могли хлеб принести. Где же наше, в конце концов, правительство? Неужели только надо верить Гонгадзе, которая все время врет? Никогда правду не говорит. Было Хельсинское совещание, там во весь слух Ельцин заявил, что тяжелая техника отошла 30 километров от Схинвали. Как же отошла она от Схинвали, когда в этот у меня крыша дома была снесена по улице Тельмана, 82. Теперь мы не имеем крыши над домом.
и ждем, что вот скоро пойдет дождь, и наш дом вообще провалится. Не работаем 3 года, не получаем зарплату, и у нас ни кушать нет, никакой помощи нет. Когда было землетрясение в Армении, вся мир встал им на помощь. И нам ни во время землетрясения не помогли, ни во время войны. Войска 2,5 месяца ушли. Тайком ушли, покинули город. И они в тот же день, через 3 дня, как фашисты нагрянули на наши границы и нас обстреливали. Я прошу правительства, чтобы наш вопрос как можно быстрее решился. Так жить больше невозможно. Должны учитывать мнение людей. Если бы хотели осетины жить с грузинами, то бы они голосовали за их первого президента в Гамсахурде и другого Шеварнадзе. Ну, Шеварнадзе пока неизвестный, выборы еще его не были. Но они проголосовали, единое слово сказали, что быть с Россией. И за это мы голосовали под пулями, под автоматами. Но наше мнение никто не слышит, никто не учитывает, никакая мировая общественность. Это не значит, что этот народ маленький и должен погибать на этой земле. Надо уметь защитить наш народ. Мы устали, ни одно предприятие не работать, ехать нам некуда, нет денег. Мы 3 года находимся в полной блокаде. Неужели не пора открыть дорогу? Мы такими горными тропами идем, как будто мы придем по каким-то лесам, и то там уничтожают. Неужели нет здесь ни одного доброго человека, который бы поднял руки помощи и оказал бы нам помощь, чтобы мы могли опять жить, как раньше жили? Мы даже не раздеваемся уже 3 года и в постель не ложимся. Нам все кажется, что вот сейчас полетят мины и сейчас уничтожат. Сколько детей погибло, сколько беременных женщин погибло. Во время войны и то так не было. Почта шла, а сейчас 3 месяца. Мы даже ни одно письмо не можем от родственников получить. Неужели Тбилиси так далеко, что нельзя до границы донести почту, чтобы люди хоть от своих родственников узнали, в каком они состоянии. 5 лет шла война, и то люди получали почту. Это не фашист, это хуже неофашиста. Я не знаю даже, как назвать этот национализм, это зверство, которое совершают грузины. И еще его признает мировой. Нельзя признавать, пока они не прекратят уничтожать народ малый. Я так считаю. Пусть слышит и Америка, и все слышат. Нельзя их признавать никакую. Им право нельзя давать. Еще им и хлеб, и все выделяют. Нам никто нас не поддержит. Мы должны, значит, умереть до конца. Все погибнуть от фашизма ихного. И этот Шеварнадзе пришел, тоже ничего не сделал, за 2,5 месяца больше нас уничтожил, чем Гамсахурдия. Он говорит одно, миротворческую миссию, а делает совершенно другое. И этот Китавани, первый фашист Грузии, который свои войска на живых людей направляет. Все, что я хотела сказать, еще много есть, но хватит. Спасибо. Жизнь, уже, я же говорю, кровью обливается жизнь. Не могут этот Бонгарди заменить кем-то. Не знаешь, куда деться. 120 рублей, это то компенсацию, то 60 рублей компенсацию получишь. Люди в России по 12 тысяч получают, а мы этими копейками живем. Уже на хлеб денег нет, но и то мы согласны так, на каком-то черном хлебе и супе прожить. Но не хватит уничтожать, конец же должен быть какой-то. Неужели ни одного умного человека не могут вырвать нас с этой Грузии? Thank you.
Де, там не мое коничество. Se vallo de arva da mer zave boy da we kabul arva din gazar dio ma vas da zar de you na giron dar ko na wala mala ma kag zag we na da mun chin vat no je ma zag we na arva gade na ke tel kom zag se vallo gizwa u za mun dar zag wa wa Вроде жили мирно, все в норме, не знаю. И вдруг на своей земле, на своей же собственной земле тебе не дают жить. Ну, кому это может нравиться? Вот сегодня вводятся войска в Южную Осетию, миротворческие войска. Как вы к этому относитесь? Ну, я отношусь очень хорошо это. По-моему, любой здравомыслящий человек на это отнесется положительно. Вы надеетесь, что вот эта мера, в общем-то, поможет установить мир в Южной Осетии? Я надеюсь. Да, должен быть мир. Какая задача перед вами поставлена? С какой целью вы входите в Южную Осетию? Ну, вам, наверное, известно, с целью мира. Манифест на видео. Ой, да. Да, 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 да